Команда «Югры» работала в Нижневартовском районе. Напомним, что сейчас депутаты от «Единой России» встречаются с жителями всех муниципалитетов округа. Во время стратегических сессий участники определяют перспективы «Югры» на ближайшие годы. В частности, рассматривают проекты, которые нужно принять к реализации. Все предложенные инициативы размещают на специальной карте развития. Это предложение губернатора «Югры» Натальи Комаровой. Причем сайт будет регулярно дополняться после муниципальных форумов. Нижневартовский район самый крупный в округе, с большим количеством труднодоступных поселений. Его динамичное развитие во многом зависит от активности жителей. Для карты развития Югры они уже предложили около 40 проектов. В основном они касаются благоустройства поселений и формирования комфортной городской среды. За тот проект, который по благоустройству тротуаров на территории нашего поселения, для того, чтобы было удобно и комфортно инвалидам-колясочникам передвигаться по территории нашего поселка. И, чтобы самое главное, чтобы этот проект был долговременным. Программа, которая идет снизу, она всегда более эффективна, если бы наверху решили, что надо в том или ином муниципалитете. И команда «Югры», она показала свою эффективность, потому что благодаря ее реализации сегодня наш округ занимает много лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации.